Очередное повышение цен. Власти города хотят повысить тариф на проезд в общественном транспорте. Совсем скоро горожане за поездку в автобусе будут платить по 70 тенге. Подробности расскажет Серикжан Маулитбай. Власти города хотят изменить тариф за проезд на городском транспорте. В скором времени горожане будут платить за одну поездку 70 тенге вместо привычных 50. Проект о повышении цены направлен на антикоррупционную экспертизу, после которой он будет рассмотрен в городском маслихате. Руководство автопарка мотивирует это тем, что на сегодняшний день действующий тариф 50 тенге не обеспечивает себестоимость перевозок. И представили нам расчеты на 82 тенге. В настоящее время местной исполнительной властью рассматривается вопрос повышения тарифа. В настоящее время проект направлен на антикоррупционную экспертизу. Потом будет направлен на рассмотрение маслихат, городской маслихат. Акиматом направлено, рассматривается данный вопрос и направлено на антикоррупционную экспертизу. Напомним, автопарк номер 3 объявил протест против старых тарифов, не пускает автобусы на дачные маршруты и сократил количество на городских направлениях. Когда повышали цену с 30 до 50 тенге, перевозчик обещал наивысший уровень сервисного обслуживания. Однако, стоит только проехаться на автобусе, и становится ясно, что это не так. Руководство третьего автопарка комментировать ситуацию отказывается. На эту новость пользователи социальных сетей Facebook и Twitter отнеслись негативно. Ура, даешь 100 тенге! А чё так поскромничали-то? А чем обосновывают? И что обещают? Новые комфортабельные автобусы с кондиционированием? Увеличение количества автобусов на маршрутах? Улучшение расписания движения? А кто нам зарплату повысит на 20%? Спасибо любимому Акиму и третьему автопарку! Наверное, Караганда – самый богатый город, и жизнь, как в Москве, должна быть дорогой. И что же это получается? Я и так в основном пешком хожу. А тем, кто на самом деле? Куда мы катимся и кто это допускает? Многие трудящиеся горожане получают невысокую зарплату. Тариф 70 тенге будет бить по их карману. Им остается надеяться на благоразумие народных избранников. Серикжан Маулитбай, Баужан Алипов, Марат Култянов, 1 Карагандинский.